Здравствуйте. Сотрудники ГИБДД помогали тушить горящий автомобиль на трассе. Все подробности далее. Инспекторы ГИБДД помогали тушить горящий автомобиль. Инцидент произошел в четверг в районе деревни Хохлова. Во время движения по трассе инспекторы ГИБДД заметили горящий автомобиль, который стоял на лесной дороге. Водитель и пассажир выбежали из машины, пытались потушить огонь своими силами. Полицейские немедленно бросились на помощь. Огнетушителей, которые были в распоряжении инспекторов и граждан, не хватило. Сотрудники ДПС стали останавливать мимо проезжающие машины, просили водителей о помощи. К слову, не у всех автолюбителей в машине был огнетушитель, ну а те, кто им располагал, охотно отдавали. Всего для тушения пожара понадобилось 15 огнетушителей. Благодаря помощи инспекторов и граждан машина не была полностью уничтожена огнем, выгорел моторный отсек. Полностью локализовали возгорание специалисты службы пожаротушения. Как выяснилось позже, в автомобиле марки Mazda находились жители Санкт-Петербурга. Они остановились на лесной дороге для отдыха. Когда стали заводить машину, транспорт загорелся. Причину возгорания предстоит установить специалистам. Ну и сегодня инспекторы технадзора вышли на улицы города и проверили, все ли автомобилисты располагают огнетушителем. Мы проверяем у водителей наличие аптечки, огнетушителя и знака времени остановки. Поскольку бывают такие ситуации, когда вы стали очевидцем ДТП, причем такого, где может произойти возгорание автомобиля. И мы проверяем, насколько оперативно и быстро вы, как водитель, как очевидец, сможете помочь пострадавшему. То есть знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель. Правильно огнетушитель у вас? Да. В нормальном состоянии, да? То есть при необходимости можно им воспользоваться? Да. Давайте посмотрим, есть ли у вас в наличии данные предметы. Нет, я дорогой. Сейчас езжу в гараж, вот только я огнетушитель обязательно должен быть в вашем автомобиле. Знак аварийной остановки и аптечка. Угу. Все здорово у вас, все хорошо. Можете открыть багажник, чтобы посмотреть, нет у вас? А, нету, да, у вас? Можно посмотреть у вас на комплектацию вот данных предметов? Аптечки, огнетушители и знак аварийной остановки. Огнетушитель, знак, аптечка. Огнетушитель в исправном состоянии у вас находится, можно посмотреть его. Давайте проверим у вас комплектацию. То есть нет у вас ни знака аварийной остановки, ни огнетушителя, ни аптечки. А почему? В чем причина? Как-то так получилось. Думал, сыну как бы в том году еще. Зиму она простояла, и вот сейчас только выкатится. Вы, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы у вас этот комплект был обязательно. Потому что это очень важные вещи на самом деле, да? То есть аптечка необходима, да, то есть огнетушитель также. Пусть это редкое явление увидеть, да, возгорающий какой-то автомобиль, но если это будет, то. Говорю, что от ваших действий умелых и правильных, оперативных, самое главное, будет зависеть очень много жизни и здоровья. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся во вторник.